Матч 29-го тура премьер-лиги «Крылья Советов» «Рубин» закончился счетом 1-1. Счет открыли на 52-й минуте хозяева поля. После паса Яховича Джани Бруно мощным ударом отправил мяч под перекладину. Гол самарцев оставался безответным до конца, почти до конца встречи. Но на 89-й минуте Фул Нацина в своей штрафной привел к пенальти. Конюхов удар отразить не смог, в итоге ничья 1-1. Несмотря на пасмурную погоду, «Металлург» собрал почти 7000 человек. Вместе с ними за игрой наблюдал и губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Поддержать любимую команду дома болельщики смогут и в следующем матче. 21 мая «Крылья Советов» на своем поле примут «Анжи». Я разочарован результатом матча сейчас больше, чем после некоторых поражений. Я думаю, что трибуны чувствовали, что мы делали то, что должны были. Сегодня была связь между командой и болельщиками. Хочу их за это поблагодарить.